около, ну, где-то в июне было у нас так. Еще как должно лето быть, а уже как холодно, уже листья падают. Еще бывает, цинк летит. Да, вот этот цинк и ветер летит, что у женщин колготки все в дырочках, вот такое вот. Проедает цинк. Вот. Ничего, привыкли, не умираем еще от цинка. У нас семеро в семье было. Все умерли от рака. Я одна осталась. Ивашка Александр Анатольевич. Я работаю на ЗАО «Карабашмедь». Тебе нравится здесь жить? Да.